Хватит уже. Отлично, молодец. Вот эти участники. Посмотрите, какая острая борьба. Оп-оп-оп-оп. И медленно Наталья Ильникова Виктория уходит одновременно. Им предстоит пройти еще один круг. Валя, молодец. Внимание участников соревнований, зрители, спортсменов, судей. Участницы преодолевают последний круг и пройдут через финишный, на финиш через стрелковый рубеж. Внимание! Участницы преодолевают последний круг. За первое и второе место просьба не мешать и освободить стрелковый рубеж. Наталья, давай, давай, давай. Ну и Виктория не отстает. Виктория, оп-оп-оп-оп, догоняй, догоняй, догоняй. Отлично, молодцы! Ты еще можешь. Отлично, молодец, Вика, молодец. Давай, давай. Валя, молодец. Воу.
Давай, давай, давай! Вы посмотрите, как будут участницы соревнования. Молодец, Валя! Валя Птина, Форис! Форис! Печал! Да? Ну невозможно с ним бегать! Ясно. Вика, как дела? Вот как в лыжах, с удовольствием, со шлемом. Понятно. Вика, да, шлем немного мешал, но глаза отвлекал. Да. Формат стрельбы. Что можешь сказать? Это трудно, интересно, сложно? Нет, интересно. Вот здесь не запутываешься. Здесь 4 стрелы, нормально можно посчитать. А вот на той гонке надо, чтобы стояли запасные на рубеже. Понятно, спасибо, все, здорово. Спасибо. Как настроение, как дела? Все отлично. Ясно. Как стрельба вам сегодня? Ужасная стрельба. Я 2 раза потратила уже. А сложно было стрелять? Ну да, лучше ответить, потому что помощь вода там еще вот это вот. А то, что ограниченное количество стрел там? Ну это тоже, да. Я говорю, вот 2 раза чуть не вылетело, прям 4-ми стреляла. Ага. Тоже очень хорошо. Спасибо. Регин, как сегодня стрельба была? Как новый формат соревнований? Ничего, соревнования очень интересно, очень понравилась гонка, впервые такое. Одна из самых интереснейших гонок, очень вообще замечательно. Сегодня, я не знаю, впервые, по-моему, была поддержка зрителей. Чувствую? Да, и зрители вообще молодцы. Очень всем большое спасибо, кто пришел за нас болеть. Держал нас трудную минуту. Вот, спасибо всем организаторам, вообще всем нашим главным тренерам, кто устроил, кто вообще придумал такие дистанции. Вообще было очень интересно бежать, даже самим что-то новое. Очень понравилось соревнование. Здорово. Да не было момента, когда ты могла вылететь? Ну, было на последнем рубеже, когда уже последняя стрела была решающей. Либо я вылетаю, но помогло мне, собралась, все-таки решилась и попала. Давай, молодец, так. Алевтин, что произошло? Последняя стрельба, ты шла в лидерах. То есть, ну, там была борьба явно. Что случилось? Я на повороте упала. Да ты что? Ну, сильно? Роллер соскользнул, да. Да, очень. Там кровь? Че? Ну да. Потом на следующее что-то разогналась, не успела. Это мазит тоже упала. Тетива распустилась. А, ясно. То есть это потеря времени? Да, очень. А во время квалификационной гонки, по-моему, там такого не было, да? А что, волнение или что? Наверное. То есть да. Азарт, да? Да. Ясненько. Ну, Ладушка, все равно молодец, здорово. Да, мы начинаем. Ну, и тут очень выступало очень много молодежи. Хотелось бы им пожелать, чтобы они, значит, устремленно шли к победе своей и ни на чем не останавливались. Спасибо вам большое. Удачи. Спасибо. Согласно правилам соревнований, если возрастной группе менее 5